нам след. Говорят, о чаровашке. Мы согласны, спору нет. Праздничной линейкой встретила школа своих новых учеников первых классов, будущих выпускников и остальных учащихся. В образовательном учреждении 53 педагога обучают 700 школьников. Ученики, пришедшие в свой первый день, подготовили для гостей мероприятие стихотворение. Будущие выпускники, учащиеся 11 классов, рассказали младшим сверстникам о своих школьных достижениях и о том, какая интересная и познавательная учеба их ожидает в гармонии. Спели для них песни. Также всех присутствующих на линейке поздравили учителя. Будущие ученики школы, первоклассники, гордо держали в руках букеты. В их глазах читались неуверенность, но масса надежд и стремлений. Нарядные и старающиеся выглядеть взрослыми, в первый класс ребята шли за новыми знаниями и впечатлениями. Там уроки, английский, математика. Все буду буквы знать на английском. И... английский может пригодиться везде. Учащиеся постарше, так же, как и первоклассники, шли в школу с удовольствием. По их словам, все лето они скучали по одноклассникам и потому, как интересно учителя преподавали им даже основные предметы. Я готовилась к школе. Я хотела, чтобы у меня были одни пятерки. Вспоминались перемены, как мы на них бегали. А шпалы дрожали, ну все. Я скучала по учителям, друзьям. По самой школе. Я шла в школу с настроением, с радостью. Я люблю математику, английский. Завершилась линейка торжественным представлением всех классов и их учителей. После учащиеся были распределены по кабинетам для проведения классных часов. Такие инструктивно-интерактивные занятия особенно необходимы для первоклассников, ознакомление их со школой и преподавателями. Учащиеся 11 классов также пообщались со своими классными руководителями, узнали свои расписания уроков и факультативов, настроились на последний, самый важный учебный год. Я испытывал в первую очередь радость за то, что я доучился до 11 класса, что я как бы могу быть примером для подражания других учеников. Потому что когда я был маленький, я смотрел на 11-классников и думал, что вот когда-нибудь я вырасту и стану таким вот взрослым, самостоятельным и буду хорошо учиться. По словам директора, школа «Гармония» – учреждение, дающее всем учащимся соответствующие возможности. Поэтому каждый здесь может добиться успеха в интересном для него направлении. Она пожелала всему коллективу и учащимся всегда стремиться к новым познаниям и достижениям. Педагогам оптимизма, любви к профессии, не отчаиваться, сталкиваясь с какими-то профессиональными проблемами. Это все проходящее, и мы со всем справимся. Мы любим профессию, мы любим детей. Я хочу пожелать классам, ребятам, которые заканчивают 11-е, 9-е классы, трудолюбия, целеустремленности, здоровья. Все у вас, ребята, получится. Ну а первоклассникам радости от школьной жизни. Ведь у вас самые лучшие учителя – самые добрые, самые надежные родители. Всем успехов! У нас начинается новая дорога.